арендуем сейчас машинку в фирме Нептун. Вот у этого дяденьки. What's your name? My name is Salam. Salam. Yeah. Salam. Мы берем Kia Picanto, маленькую машинку, с учетом того, что мы будем выдвигаться за пределы города. Кстати, он рекомендует поехать нам в Оман, в Джейраш посмотреть. Дает всякие различные советы, как лучше, где что брать, с чего опасаться. Например, никогда не садиться на верблюдов, потому что у вас много в Петре, у вас много попросят денег. В общем, так вообще 35 стоит, с учетом того, что вы выезжаете за пределы города. Если в пределах города 25 местных денег, вот, нам скидочку сделать 30. То есть посмотрим, как что. Называется Лабридж. Это в гостинице Нептун. Мы вчера сюда приходили, вы видели, наверное, видео, мы смотрели саму машинку. Вот. На 5 дней берем. Хорошо. Хорошо. На 5 дней берем машинку. Димыч там сидит. Нам дали еще кабели. Это для музыки, радио, а это заряд на машину. Your name? Name, yeah. Идем за нашей малюткой. Next time. Welcome in the Jordan. Thank you. Вот она, наша маленькая малышка. Ты ж подписывал документы. Вот она, наша малюточка. Абсолютно новенькая. Закину. Наша малюточка маленькая. Чистенькая. Yes? Yes, this the lesson for car. Listen, okay. Okay, this. This for book for find book. Find book? Yeah. Example, the police need stop for you. Maybe you make some wrong. Ah. He give for you find. Yes. He asking for you this book. Okay. Two. Looking the gasoline where? Okay. Mm-hmm. Same your yes. Ticket or it? Okay. Не полная банка. Ну, не, так же и вернемся. Вернем, как сейчас. Надо сфотать. Сейчас сядем, сфотаешь. Okay. One. Take this. The key. One. Ключики. Start from here. Okay. Okay. One, two. Yes? Make camera, yeah. Yes. What's this? It's okay. No problem, yes. No, that. Coming like that. Something here. Okay, one, two. This far. Everything. Okay, good. Okay. The key with you? Yes, this is me. The remote. Okay, open, closing like this. Окей. Значит, Дима сегодня поменял в Western Union денежку. У нас сразу взяли за машину 150 динаров за 5 дней. Просто заполнили документы и все. Вот, в то же время будем возвращать с тем же количеством бензина. Кстати, не сфотографировали мы. В общем... Теперь мы за рулем, на руле, за рулем. Как правильно сказать? За рулем, да? Вот. И сегодня уже, конечно, мы только доедем до домашнего отеля. Сейчас попробуем купить держатель где-нибудь, чтобы можно было поставить навигатор. Потому что мы, как всегда, знали, что возьмем машину и не стали ничего брать специально.
специально для этого, хотя, в общем, не подумали. Он очень советовал съездить в Оман, посмотреть Джей Раш. Говорит, ну как это, вы были в Иордании, не увидели столицу, но это совсем неправильно, обязательно съездите. Дал несколько советов по тому вообще, куда съездить, что сделать. Короче, Дима менял сегодня деньги в Western Union, оказалось, что 70,70. Наверное, это не самый выгодный курс, но надо было сразу платить за машину, поэтому вот так вот. Ищем крепление для машины, чтобы телефон держать. А говорят, в одном месте, а за одну и ту же, буквально вот соседние магазины, говорит, 2 динара, а второй сказал 5 динаров. А мальчик, вот этот, не мальчик, а мужчина, который нам сдавал машину в аренду, говорит, за динар можно взять. Здесь может быть есть. Ну такая вот примерно штучка. Но нет, так другая это. Вот какая нет. Та прям в эту штучку втыкалась. Вот такие лучше, вот штучки. Лучше, которая в эту, в сеточку вставляется. А вот которая, а это другая, это не вставляется это в сеточку. У него тоже их стоит 5 динар. Все-таки дорогое. Потому что мы не местные, наверное, поэтому цены ломят. Ту за два надо сходить купить, пока еще он не передумал. Или за а вот такая за 4 динара. Что дорого? В общем, продавал за 3. Я говорю, давай мы у тебя за 2 купим. Он и сказал, да, не проблема. И, короче, купили вот такой держатель за 2 динара. Держи. В принципе, наверное, то, что действительно стоило 2, наверное, того можно было за 1 выпросить. Ну ладно. Такие запахи тут вкусненькие, кафешечные, специями пахнет. Уже вечереет, и так здорово. На улице такая уже, ну, хорошая, теплая погода, уже нет вот этой изнуряющей жары, вообще прям отлично. И мне нравится, что тут пешеходов уважают и уступают им дорогу. Ты куда, Дима? Да? Вот мы внутри нашей малютки сидим. Но меньше машин я пока не видела. Смотрите, тут даже еще полиэтиленовые эти. Ой, нету зеркала на моей стороне. А почему? Потому что бюджетная машина. Сейчас попробуем прикрутить эту штучку новую, которую купили. А сзади нас уже никого не посадишь, там так мало места, так тесно вообще, прямо, смотрите, прям вообще никого не посадишь, нету вообще места. Ну, в общем, вот все. Мы теперь за рулем, как всегда. Ага, да, вот так у нас сделать. Что, удобно? Ну, в принципе, да. Так, ну что там надо искать, как? Марина Плаза. Все, кстати, с кем разговариваю, все говорят, что зачем вы взяли этот отель, он дурацкий, он дорогой, и он не стоит этих денег, которые вы за него даете. Кстати, к моему удивлению, здесь очень много женщин за рулем. Несмотря на то, что арабская страна, женщины легко водят машину и управляют транспортом. Я свои права не взяла, оставила дома. Ну, в общем-то, я... Помчали! Аккуратненько привыкаем к машинке. Не гоняем, да, Димыч? Уважаем пешеходов, уважаем все, всех. Ой, как здорово на машине ехать. Что, батя на машине скорость переключать? На автомате не ездит. Шинфары же включили. Местное население, кстати, не показывает поворотник. Имейте в виду, будьте аккуратны. Съездился туда-сюда. Прям по дороге ходят все. На машине совсем другое ощущение от города, отсюда, да, восприятие совсем-совсем другое, прямо
совсем классное такое вот погружение в эту атмосферу. В общем, здорово, берите машины на прокат, обязательно берите, и вы намного больше познаете жизнь города, жизнь страны, в которую вы приехали, если будете брать транспорт. Спросила у него, в чем разница, почему, если вы берете, допустим, просто по Акаби катаетесь, цена 25, а если вы езжаете за пределы города, куда-нибудь там в Петру, в Вадирам, то стоимость 35, хотя мы взяли за 30. Он сказал, ну понимаешь, когда вы ездите по городу, ну сколько ты там, полтора намотаешь, а если вы едете далеко, это сразу расход большой, в общем, машину больше исханькиваете. Вот, поэтому такая разница в цене. Вообще дяденька такой позитивненький, много чего говорю, рассказал, такой вот веселый. И очень много здесь, кстати, этих лежачих полицейских, да. Мы уже возвращаемся в нашу гостиницу. Я надеюсь, мы там поставим машину спокойненько, что нас запустят. Ну, в любом случае, мы взяли с собой ваучеры на всякий случай о том, что мы здесь проживаем. Так что, я думаю, не будет никаких проблем, если Димыч не будет вот так вот резко тормозить. Как резко затормози? Если будет сейчас это, набережная будет тормознуть. Угу. Где все останавливаются. Смотри. Возле моря, вот тут смотрим, что постоянно машины останавливаются, не доезжая до порта. Все здесь смотрят на моречко, и мы тоже решили остановиться и посмотреть, во-первых, закат сейчас, во-вторых, просто тут очень приятненько территория. Но сейчас на машине мы можем что хотим творить, где хотим останавливаться. Дяденьки, вон не в эти ворота, а дальше вот где. Да. Сейчас попробуем понять, как нас пустят, что тут будет, потому что. Сюда разве? Да. Потому что здесь все время закрывают. Да поставить. Спросил номер комнаты и все, в общем-то. Да, с этой стороны мы еще не видели нашу парковку. А сумка с твоей стороны вышла. Ага. В общем, вот такое вот пиво купили. Что-то оно меньше 4 за 6 штук. Это безалкогольное пиво со вкусом граната. Ну, типа, считайте, газировочка. Фанта. Мы уже пепси, я уже пепси выпила. Два вот таких вот яблочка и вот очень ароматный вот такой фрукт. Ну, правда, не знаю, что это. Очень непонятный. На агава, может быть, действительно какая-нибудь гуава, но пахнет просто обалденно. Пахнет вот для меня именно этим маракуей. Кислый очень запах такой вкусненький. Так, и вот так вот выглядит этот шоколадный ментос. На вид как виски Меллер.
собственно, и на вкус тоже. С начиночкой такой шоколадной. Просто как такие конфеточки. Интересно, будем знать.